Сергей, в качестве капитана Кастильи с первым трофеем вас поздравляю. Вчера взяли это, сумели отойти от победы уже, чтобы сегодня настроиться на новую игру. Да, спасибо за поздравления. На самом деле было тяжеловато сегодня со сбором. Сначала было плюсов 7 где-то, потом в итоге Жека Полянский отпросился с работы, пораньше уехал. Большое ему спасибо. Ну, в принципе, сегодня такая была игра. Можно сказать, тяжеленькая, но сыграли хорошо. Евгений Полянский сегодня обновил, может, вчера обновил новые бутсы. Как думаешь, ему они начинают помогать или пока еще не привык? Ну, вся команда делает на него большую ставку, так как ушел Дмитрий Куланхин. Нам нужна новая забивная звезда, поэтому Жека должен тащить, тем более в новой обуви. Приход Антона Лысова в вашу команду из стана Сассуоло, вечных ваших противников. Как это происходило? Расскажи, кто занимался трансфером? Честно говоря, я предложил позвать Антона. Парни сказали, что 99% что он не пойдет. Я просто написал, спросил. Он сказал, ну меня никто не звал, я не против сыграть. Все, и так и подписал я его. Какой контракт или не разглашаются цифры? Контракт простой, он на поле делает, что хочет, мы забираем мячи, он забивает, вот и весь контракт. Хорошо, спасибо, удачи вам.